Необычный троллейбус начал курсировать по улицам Иваново. Входя в салон, пассажиры слышат зажигательную музыку и поздравления от самого Деда Мороза. Снегурочка раздает самым смекалистым подарки, но его надо заслужить. К нам на елку, ой-ой-ой, Дед Мороз пришел живой, борода-то борода, на шапке-то звезда, на носу-то крапинки, а глаза-то папины. С Новым годом поздравляем, много счастья вам желаем, чтобы Новый год был лучше, чем предыдущий. Спасибо. С наступающим! Елочку ты дома нарядили? Да, вот. Вот, на елочку это повесите. Хорошо, спасибо. А давайте вместе с нами, давайте. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Новогодний десант будет курсировать в ивановском троллейбусе до 7 января. Деда Мороза и Снегурочку наша съемочная группа встретила на первом маршруте. Красиво, неожиданно, приятно. Настраивает на ноты новогодние. С большим удовольствием участвовали в веселье и дети. Пели песни и читали стихи. Тематика произвольная. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой. Вот свернули санки, я на баклоп, кубарем качусь я под гору сугроб. Новогодний троллейбус – это сплошные сюрпризы. Предприятие «Ивановский пассажирский транспорт» решило сделать его традиционным. Все пассажиры становятся участниками акции «Счастливый билетик» до самых рождественских праздников. Если увидят отметочку «Новый 2023 год», нужно будет обратиться к центральному диспетчеру по телефону 29-15-33, оставить свои координаты и обязательно оставить сам билетик. И 10 счастливчикам мы подарим сладкие новогодние подарки. Чтобы встретить сказочных героев с мешком подарков, нужно чуть-чуть везения. Через день Дед Мороз и Снегурочка будут менять маршрут следования. В каком электротранспорте новогодний десант появится завтра, держат в строгом секрете. Сюрприз есть сюрприз. Главное – верить в чудо и не забыть с собой прихватить хорошее настроение. С Новым годом! Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».